Привет всем. Вчера был День химика. Ну, ролик я подготовил, выложил. А сегодня выходной день. Че, гуляем по Апатитам, смотрим, что это за город. Фотографирую, показываю. Так что сегодня пешие прогулки по городу Апатитам. Да, город, в принципе, большой. Не сказать, что он маленький. Как бы голос за кадром. Вот люди, видишь, выходят, собаки начинают гулять. Что могу сказать, что в Мурманской области все любят собак. И не по одной, и по две, и по три бывает, как бы. Я думаю, потому что полгода темно, ночью боятся выходить. Да, с собаками лучше. Да нет, просто не знаю. Я как бы вот сколько был в регионах по России, да, поэтому смотрел, единственное, вот в Мурманской области все с собаками практически. Все с собаками. Ну да, здесь да. Глаза это бросают. Сколько был, ни одной с собаками не было, а здесь, да, вон все. Собака ходит. Да. Все гуляют. В принципе, да, сейчас гулять будут, наверное, вот эксперимент провести. Да. Если собаку увижу, заснять, сколько мне этих собак, собачек попадется. А, кстати, да, давай пустим этот счет на собак. Погода здесь хреновая. Какие погода, полярных зори. Погода, вон чайка летит. Короче, на Кольском полуострове. Солнца, ну, да, нету, тучи, дождь. Дождь по горам, снег упал. Поэтому, 26 мая деревья еще. Ну, не да. Засели, листьев нету. В принципе-то. В других регионах уже жара стоит по 30 градусов. Ну, здесь да. Вроде бы север, ну как бы Заполярье. Ладно, идем дальше. Раз собака, да? Раз собака, два собака, три собака. Мне кажется, в ПЗР у них это намного больше собак, чем здесь. Там вообще кто-то гуляет, там каждый гуляет. Не, в ПЗ, когда снег начал таять, столько говна от этих. Повылазил от собак, там вообще ужас, блин. Удобрение? Хотя и на каждом столбе стоят пакеты. Для уборки. А их там за зиму все уже их кончили. Там они пустые стоят. Еще собака. На прогулке. Улица Космонавтов. А, дальше горы виднеются. На видео, наверное, не видно. Впечатление на следующий день после празднования День химика в городе Апатите. Кольский научный центр Российской академии наук. Видимо, геологию изучают. Даже орден Ленина есть. Какие здесь пейзажи отличные. Город находится около гор. Я вырос в Ангрине, там также город находился под горами. То есть выходишь и вокруг тебя город. Здесь тоже красота. Thank you.
Жалко, что сегодня солнечная погода и не очень четко видно эти горы. Но туда дальше не пойду, это далеко. Здесь, видимо, на самой высокой точке нахожусь. Отсюда вот такой пейзаж. Скорее всего, промышленная зона. Это жилая зона. Ну, сколько сейчас гуляю по городу, в выходной день народу вообще не видно. Так же, как и в полярных зорях. Да и в Губкине тоже ходишь. Где народ, неизвестно. Видимо, дома сидят, отдыхают после тяжелых рабочих будней. И выходить куда-то нет желания у них. Еще собака. Ну, в городском парке такая барельефное панно от компании или фирмы или организации Апатитстрой. Ну, скорее всего, это советское прошлое, когда рабочий класс был в почете и его труд уважали в Советском Союзе. Делали вот такие панно, скульптуры. Сейчас, по-моему, редкость, когда ставят памятник рабочему классу или скульптуры рабочим. Благоустройство парка идет. В городе Апатиты. Наверное, будет крутой парк в следующем году, а Маша в этом уже сделает. Парк расположен рядом с площадью Ленина, в центре города. Где-то здесь должен быть парк камней. Как мне сказали, рядом с Академией геологии, с этим зданием. Будем искать. Еще собака. Двор. Нашел я парк камней. Давайте посмотрим, что здесь интересного. На табличках еле прочитать можно. Медно-никелевая, массивная, Мочегорский район, Станислав из Арсуди сказал, что Кольский полуостров минералами богаче, чем Урал. Чуть с трудом верится, но, наверное, на самом деле так. Вода сульфидная. Филит оруденелый, заполярная. Амфиболит. Гнейс, биогитовый.
габронорит. Месторождение Енское. Габронорит, месторождение Клос. Вот он. Парк камней. Я думаю, там огромный парк, а здесь небольшая площадь, оказывается. Смотри, а вот там, смотри, что творится дальше. Лес из бревны такой, интересно. А я сломаю. Вот дерево. А нет, это тоже дерево. Вот оно. То есть здесь заросли, да? Да, офигеть. Ну, хрен ее сломаешь, что ли? Ну, как дерево. С собой домой, да.